Что, друзья, очень частый вопрос о тех, кто приобретает Макивару МБШ. Казалось бы, все понятно, в ее конструкции совершенно все понятно, заложено все по законам. С механики классической действует закон рычага. Чем больше рычаг байка, чем длиннее та часть, которая байка работает, тем, соответственно, легче нагрузка. Чем укорачиваем мы эту рабочую часть байка больше, то есть чем она короче становится, тем нагрузка, соответственно, выше будет. И сила сопротивления макивары тоже становится выше. Так вот, сейчас я расскажу про регулировку макивары, как она производится, для того, чтобы нагрузку повысить. Когда вы приобретаете макивару, то очень часто она бывает в таком состоянии, когда вот этот ползун, вот эта деталь, которая находится между байком и надбойником, максимально далеко расположена от сосвязующего вот этого самосоединения. То есть если макивара самозакреплена вот так инверсионно, то это выглядит таким образом, что ползун будет опущен максимально вниз. То есть он по планке, по которой сам двигается, по риечке, да, самосорезьбой, будет опущен максимально вниз. И тогда получается, что рабочая часть байка становится короче, рычаг короче, и нагрузка выше. Как это делается? То есть как это все регулируется, как его можно передвинуть, да, вот этот ползун. Для этого существует вот эта риечка самосорезьбой или шпилька. Вот, и сам ползун с двух сторон закреплен своими барашками. Это такие две гайки с такими выступами, чтобы удобно было крутить руками, чтобы не надо было затягивать это ключом с гаечкой, чтобы все можно было делать от руки и очень быстро. Вот. Так вот, когда вы приобретаете макивару, бывает, что ползун опущен максимально вниз и макивар настроен на максимальную нагрузку. Чем это связано? Связано это с тем, что макивары перед продажей проходят тестирование на максимальную нагрузку. И поэтому ее и выстраивают на максимальную нагрузку, проверяют ее рабочий ход, нагружают, проверяют ударные самотехники, в статике, в динамике и так далее. Вот. И в таком состоянии ее, значит, оставляют, значит, упаковывают, и она вам отправляется. Вот. Значит, для того, чтобы начать на макиваре работать, нужно ее привести в состояние минимальной нагрузки. Какой бы опыт у вас не было до этого работы на макиваре, если вы не работали на макиварах МБШ или камертон, лучше всего выстроить макивару на минимальную нагрузку по ряду причин. Первая причина – это, во-первых, вам надо привыкнуть к работе на данной макиваре. Ну, силы пробить у вас ее может и хватит. Но вопрос не в этом заключается. Вопрос заключается в том, что нужно максимально хорошо скоординировать свои действия и выстроить правильные динамические стереотипы для работы на этой макиваре. То есть нужно приспособиться, что называется, размяться. Но разминка эта должна идти, конечно, не там, 15 минут, 20, что называется. А поработать в таком режиме должны месяц, может быть два, а может быть даже больше. Для того, чтобы, значит, освоить всю техническую составляющую при работе со снарядом. А второй самый момент – это чисто технический, даже технологический, скажем так. Он заключается в том, что макивара новая, и несмотря на то, что она прошла все тестирования, сделана она из дерева, а дерево – это довольно живой материал, он эластичный, и он претерпевает определенного рода, значит, изменения при начале эксплуатации. Вы когда покупаете новый автомобиль или какой-то сложный механизм, он всегда после какого-то времени требует первого техосмотра, так называемого, ну, проверочного. Для чего? Для того, чтобы протянуть, чтобы дать самому приработаться, да, всем его деталям, то есть надо поработать на определенном, не очень изматывающем режиме, что называется. То есть на низких оборотах, с небольшими нагрузками, при малой скорости, не очень-то напрягая. Вот, и потом проводится первый техосмотр, когда все протягивается, проверяется, все детали перерабатываются так, как надо, смазываются, и все. И тогда уже можно, значит, использовать автомобиль или механизм по полной программе. То же самое происходит и с макиварой. Как с камертоном, так и с МБШ. Когда вы работаете на минимальных нагрузках, снаряд приобретает свои вот окончательные, если можно выразить так, качества.
То есть самбоёк становится более упругим, более гибким. Потом вы просто делаете протяжечку, ее сделать обязательно не придется. Вот, поправите все, и на макеваре можно будет уже выстраивать более высокие нагрузки и работать более серьезно. Вот. Как это делается? Сейчас, в принципе, макевар настроена на минимальную нагрузку. Как нагрузку повысить? Отвинчиваете барашек, да, который находится вот здесь, внутри. Раскручивается он, так вот, лопатки засовываете и раскручиваете барашек. Это, в общем-то, абсолютно не сложно. Вот, видите? Все. Отвинчиваю его, если пускаю его ниже, просто передвигаю ползу. Чтобы его передвинуть иногда, надо вот так оттянуть на себя боёк, вверх немножко поднять. И дальше вы легко перемещаете ползу. Иной раз для того, чтобы его переместить, если у вас макевара протянута очень туго, надо будет ослабить вот эти болты. Чуть-чуть ослабили, переместили, но, как правило, делать этого не нужно, все делается намного проще. Вы просто макевару кладете на пол, прижимаете ее с ногой, с гистопой, вот сам отбойник, оттягиваете вверх немножко боек и перемещаете ползун вниз и фиксируете. Вот. Это если у вас макевара не закреплена на дерево, например. Если она у вас закреплена на дереве или на платформе, то все намного проще. Она висит. Вы на себя боёк оттягиваете немножко рукой и ползун опускаете вниз. Точно так же вы его поднимаете и вверх, то есть ослабляете нагрузку на макеваре. Точно таким же образом. Оттянули боёк, то есть увеличили сам зазор немножко между бойком и отбойником и легко переместили ползун. Если вы будете делать это довольно часто, то у вас просто та поверхность макевары, по которой ползун постоянно перемещается, немножко закатается, станет более гладкой, и у вас уже перемещение будет довольно легким, и оттягивать боек не придется. Будет намного проще все это дело делать. Это не сложно. Ну вот, в общем, вот так вот осуществляется регулировка макевары. И запомните самую важную вещь. Не пытайтесь градуировать, да, макевару, там, измеряя, на каком положении вот этого ползуна, какая нагрузка будет, сколько это килограмм, это, в общем-то, на самом деле абсолютно не важно. Важен относительный прогресс. Не столько, сколько вы это выбиваете ньютонов, там, да, килограмм ньютонов, килограммов эквивалентных там каких-то, это абсолютно не важно. Важно то, что вот вы сегодня пробиваете макевару, настроенную на самую слабую нагрузку, определенным способом, всеми там ударами, какими вы желаете пробить ее. А через полгода, через год вы пробиваете уже на гораздо больше нагрузку, которая есть точно так же легко. Понимаете? Вам нужен относительный прогресс, а не абсолютный. Абсолютный прогресс, он зависит от относительного. И вы всегда можете силу приема померить при желании на каком-то специализированном силомере. А на макеваре вы просто можете увеличивать нагрузку, как относительно, и постоянно прогрессировать. То есть это способ увеличивать нагрузку относительно той, которая уже есть. Почему, опять же, градуировать нет особого смысла? Потому что в зависимости от погоды, от влажности, от температуры, дерево, оно меняет свои свойства. То есть, если, предположим, на морозе макевар покажет одну силу сопротивления, то во влажном климате, вот как сейчас я нахожусь в Таиланде на море, у нее сила сопротивления будет несколько другая, потому что в себя набирает немножко макевара влагу. Вот даже сейчас очень трудно ползун переместить, потому что макевара слегка раздута. Вот. Но это никак не влияет на ее рабочие свойства, на ее качество. И поэтому это, в общем-то, не важно. Ну и все. Используйте макевару, получайте удовольствие, прогрессируйте. Обязательно пишите нам, значит, отзывы свои. Нам всегда это приятно. Вот. И мы с удовольствием с вами поделимся своим опытом. То есть мы, это я и те, значит, адепты макевары, которые постоянно и долго работают на ней. У них тоже опыт уже громадный. До встречи, друзья, в следующих роликах. Всем пока. We'll be right back.